Всего за эту неделю мы убрали 128 машин. То есть фактически провели серьезную работу, уточнили, где что и как. И на сегодняшний момент все районы контролируют данный вопрос. Надеемся, что впредь, в случае появления таких машин, это, как правило, после ДТП, иногда это водители просто забывают, что их машина, скажем так, находится и не смотрят за ее техническим состоянием, будем принимать более строгие и жесткие меры.